Доброго времени суток, дамы и господа. И второй у нас матч. Матч в рубрике «Десятиходовки» между участниками шахматного «Феникса» и вашими комментаторами. И наш сегодняшний соперник, ну, пускай представится сам. Меня зовут Александр Цыганков. Я представляю клуб «Шахматный Феникс». Мне очень приятно участвовать в данном видео. Постараюсь не облажаться. Ну, ты в какие будешь играть шахматы? Атакующие или пассивные? Ну, там посмотрим, как вы ходить будете. Понятно. Ну, вот такое мини-интервью у нас получилось, ребята. И нажимаем мы на паузу. Через секунду вы нас увидите и приступаем к игре. Ждите. В общем-то, вернулись мы. И началась у нас игра Е4, Е5. Ну, естественно, королевские ребята, мы же у вас такие радостные. Радостные артисты. Ух ты, Д5. Контргамбит. Александр обещал играть в универсальном стиле. Так, по-моему, это слабый ход. Нет, сильнейший ход. Ну, ничего страшного. Отдаем мы на D5. Я всегда отдаю на D5, ребята. Гудит компьютер, неприятно. Ну, простите нас, пожалуйста, за такое вот. Надеюсь, он успокоится. Обычно он не гудит. Ну, Александр играет очень-очень в таком радостном, интересном стиле. И, по-моему, вот после этого хода ничего у нас плохого не делается. Нет, по-моему, белый развивается. Ну так да, в общем-то, хочу уйти в 2-0. Побили у нас на... Так, ну хочу взять я, наверное, пешкой линии Б, не хочется менять ферзей. Ферзей меня. Слон где-то... Так, и вот не дают на маркировку, но это, по-моему, тупо под D4, под развитие. Ошибка, мне кажется, это ошибка, ребята. Ошибка, да, Александра. Нет, не обязательно. И теперь у меня есть какие-то мысли побить на F7. Жертва. На F7. Где-то конь E5 и что-нибудь там придумаем. Так, по времени играет Александр достойно. Напоминаю вам, что счет в серии 1-0 и 2-0, ребята. Не будем пока бить, не будем рисковать. Правильно, правильно. По той причине, что... Так. Ну, мой последний ход, и я передаю управление Петру Андреева. Вот так вот прицелюсь я немножко к пункту H7. Ну, а Петя пускай разберется. Есть какие-то сейчас удары? Да, пришлось нам переходить на оппозиционные рельсы. Да, не удалось разгромить соперника в дебюте. Ну, Петь, твой ход. Ах, да, как обычно, забыл я передать управление Петру. И я поправил свою ошибку. И Петя вступает в бой. Конечно же, c4, ребята. c4, c5. Грозим мы задавить слона, взять на f4. Я думаю, Александр не рискнет сыграть g5. g5? Да. Ну, хотя... Ну, по-моему, у нас здесь немножко получше. Да, ребята, магия королевского гамбита определенно существует. Лишняя пешка, все. Не уверен, что получше. Ух ты. Ну, по-моему, можно вперед. Здесь... Ну, как хочешь. Ну да, вперед. D5. Да, вот, может быть, есть какая-то идея сейчас сыграть H3 и разменяться. То есть, вряд ли отойдет на H5 слоном. Ну, можно отождать, пока он отойдет королем, то есть ферзем, ослабить поле G5 и провести слон H7. А ты не хочешь ту же идею провернуть, что в матче с Артемом? Я тебе и говорил. Ну, только сейчас он не получается. А, напал на ладью? Прицелился он, да. Ладью. Подкатили, напали на P7, к примеру. Может, слона пожертвовать. Слона пожертвовать? Да. А ты думаешь про... Ах, на H7 же есть удар. Ну нет, фигня, ерунда. Можно C3, конечно, в эту ловушечку пойти. Ну ладно, без этого. Так, ну, надо было, мне кажется, подкрутить. Будет у нас все-таки вторая игра за черных, там мы можем все исправить. Ну, у нас сейчас слоны будут хорошие. Да, слоны у нас просто... Как в одном выпуске мы говорили, слоны у нас просто наши сыночки. А сынков мы своих уродами не называем. Сыночки, слоны, сыночки. Так, ну, отходит сейчас. Отходит куда-то Александр. Вопрос куда? На E7 или D8. Да, на E7 или на D. Ух ты. По-моему, Александр ошибается. Да нет, ну, такой бодрый ход. Бодрый ход? Ну, может быть, конь E5 взбодрит Александра?
Слон d1. Слон d1, и Александр чувствует себя великолепно. Да. И вот Петя подзадумался, h3 играть, мне кажется, опасно. Не знаю, как ходить. Ну, Петя, давай соберись, мы не хотим же срубить флаг. Извините за информацию там о антивирусниках. Да, и Петя ну, подзадумался. Как подзадумался Петя. Как ходить? А, h3. h3. Давай, на жертву. Толкнем Александра на жертву. Я не верю в то, что он замо... Ух ты. Что это за ход, скажи мне? Не знаю, краш один. К чему? Ну, отошел королем пока. Профилактика. Да все фигуры стоят на тех местах, где им хорошо. Как лучше позицию, я не знаю. Вот детство все время, не знаю, как ей ходить. Сейчас опять не знаю. Ну, думаю, легко играть, а нам тяжело. Петя, на 4 ты... навалишься. Блин, может, может. Ладно, пока ты забыла. Развязались. Не придумал я идею, ребят. Да, нету пока ничего. А, ну вот, что-то бодрое пришло мне в голову. Ух ты. Ух ну, ты, взрывает фигуру нам. Взрывает фигуру Александр. И, по-моему, мы уходим в эндшпиль. Я ее заберу. Да, ну может быть какая-то идея здесь была? Никакого... Благодарю. Да, вот Петя сейчас, мат, к сожалению, очень плохо провести. Слышно. Потому что у нас теперь преимущество, прямо, два слона. А, два слона, у нас явно преимущество, предлагаю провести матовую атаку. Ты слышишь? Да, конечно. Так. Ладью можно перекинуть через бэтрик, другую. Пока посмотрим информацию. Афганистан, естественно. Соперник только сейчас создал аккаунт на планете. Напали на нашего слона, подтолкнув наш сыграть. Ну, через b3, наверное, ладью. Да. Петя, важно не срубить флаг. Да. Последний да. ход твой и уже да. сделал его. Сейчас, я приступлю. Сейчас. Сыграл ладей один, и не все. Сейчас. Зачем? Жертва же. Какая? Слон бьет h3. Жаж. Ферзь бьет h3. Ферзь h2. Тут ничего нет. В общем, я, ребята, буду завершать партию. Конечно, здесь Александр зевнул. Немножко вас подвел. И, по-моему, у нас выиграно. Осталось лишь довести дело до конца, но это, как правило, бывает самым тяжелым. Да, вступаю я в бой. Ну и предлагаю Александру разменять ладьи. По-моему, ему будет тяжело отказаться, да. Александр разменял ладьи. Ничего не зеваем. Ух ты, ну, по-моему, это же просто пакости. Предлагаю разменять ферзей. Ну да, и черные сами делают да. свою позицию безнадежной. Да, вот меняю я ферзей. Неужели она собирается флаг срубить? Да, по-моему, это абсолютно бесполезное занятие. По-моему, сейчас просто пройдет пешка. Ну, как-то да, пешка идет. Да, Александр проиграл, по-моему, первую партию. Ну, что ж, посмотрим. Какой-то сейчас d7. Хотя можно было сыграть спокойно, ладья. Ой, слон f7. Да, ну все правильно, ведем пешку. Выигрывается форсированный слон. Да, сдался Александр. Да, на классе переиграли мы первую партию. Да. Смотреть особо нечего. Ну, спасибо за внимание. До новых встреч.